Сельцы. Сельцы — это город даже, вроде маленький. Или что это, местечко, деревня. Пойдем пирата снимем, Анит. Ты в детстве постоянно возле этого корабля фоталась. Этому кораблю уже, ну Анита, этому кораблю уже сколько лет? 10 точно. Ну и больше даже. Капитан Джек. Джек Потрошитель. Нет, ты просто боялась, а с другой стороны надо было одеваться долго и ехать в город с ними. Было неудобно. На роликах или на этом, на ромобиле, да, классно было бы здесь? На ролике. Я хочу ролики. Мам, ролики. Хорошо, ролики. М? Будут когда-нибудь? Ну вон кафешка работает нормально. Народ толпится. Где здесь поищем? Здесь ничего нет, магазины все закрыты. Здесь магазинов-то нет. Поговорили сейчас с человеком, он работает здесь в ресторане летнем, в кафе. В принципе, в городе здесь людей много. Говорит, что как-то посвободнее себя ощущают здесь люди, чем в больших городах. Выходят к морю, гуляют, сидят по кафешкам. Но, конечно, туристов нет. Это больше как местные. Раньше в это время уже, в принципе, начинался сезон. До Пасхи, Пасха, ярмарка цветов и клубники. Как в этом году будет, не знаем. Ну вот люди работают. У нас очень тепло и солнечно, обещают. Немного похолодания опять, но это обычно только обещают. Возможно, будет дождь или там, может, к горам ближе буря. Но сейчас у нас здесь отлично. Можно сказать, не только весна, уже лето чувствуется. Смотрела вот у одного блогера, подписан на него в Черногории. Вроде бы у них плохая погода была вчера, там числа 16-го он, наверное, снимал, 17-го. У нас должна пройти последняя буря. Обычно идет такой сезон трех бурь. И потом уже начинается хорошая погода. Солнце, тепло. И лето. Пляжи пустые, но они пустые в это время всегда. И мне так кажется, что на улицах больше людей, чем обычно в это время. Наверное, надоело уже людям сидеть дома. Первые дни перепугались, толкались по магазинам. Теперь все возле моря, дышат соленым воздухом. Пляжи будут готовить, скорее всего, тоже где-то с середины весны до конца весны. Посмотрим, что будет с ярмарками, если их перенесут и не отменят. Я не пойму, подожди. Здесь обычно больше заметают. Да не хватает людей, туристов. Слушай, мне так кажется, меньше вот этот вот сейчас, да, берег как-то. Его, наверное, засыпали сейчас. Вот именно до вот этих, видишь, горок, мне кажется, вот здесь это все насыпано новое. Видишь, новый песок. Но его еще размоет. Рыбок нет. Они засыпали здесь песок. Раньше невозможно было подойти. Здесь было очень много камней острых. Эй, добрый день. Давайте мы еще прогуляемся. Песка очень много. Видишь, вон стоит эта какая-то машинка. Ой, они мусор наконец-то очистили. Здесь убрали. Здесь была сетка защитная. Она
испортилась, отвалилась, и потом мусор стали все закидывать просто тупо внутрь. Но сейчас расчистили. Давай, ладно, может. Расчистили, и теперь засыпают, да, вот стоят машины, техника. Ну, в принципе, так делают со всеми пляжами, только не везде он белый и чистый. Иногда просто какой-то, как ил завозят, или слишком крупные камни. А здесь, в принципе, они как частные пляжи. Под концессию берут люди годами уже и приводят в порядок так прилично. Аккуратно, чисто. Этот пляж в Сельцах, кстати, был на интернете достаточно популярен несколько лет назад, когда хозяин стал выгонять гостей, ругаться с ними, материться. И я прям присутствовала при ссоре с людьми из Сербии, с семьей, когда еще совсем было пусто, и, в принципе, они никому не мешали. Значит, теперь по закону запрещается, и уже есть все нужные номера и имейловы. Если вас выгоняют с пляжа, этого делать нельзя. Пляж для всех. И это ваше личное дело, брать вам лежак, платить ли за зонтик и так далее. Ну, естественно, надо себя тоже вести прилично и не пихаться прям уж до лежаков, чтобы был какой-то проход, свободное место. И, значит, хозяин этого пляжа выгонял людей, которые не хотели платить за лежак. Хотя это было нелогично, потому что те же самые люди могли пойти потом позже в его кафе, поесть, попить и так далее, посидеть. Подрался с некоторыми гостями, все это снимали на телефон, хозяин получил штраф, и после этого принимает людей с удовольствием, без ругани, без проблем, без ссор. И после 5 или 6 вечера лежаки стоят свободно, можно взять их бесплатно. Релакс. Сейчас как плюхнет.